Всех приветствую, пришла очередная посылочка с сайта AliExpress. Здесь должен находиться женский кожаный кошелек. Пришла посылка за 21 день, стоит $12.95. Трек номер отслеживался. Оценен $5. Вот так вот упакован. Отзывы о нем шли, что он должен быть натуральной кожи. Ну такой приятный, мягенький на ощупь. Сразу скажу. Запах такой. Немного то ли краски, то ли чего присутствует. Так, вот здесь раз, два, три отделения. Есть одно большое под замочек, здесь для мелочи, в котором находится два отделения. Ну, хорошо открывается, закрывается. Кривоватый один шовчик. Но нитки вроде нигде не торчат. Так, здесь еще есть один карманчик для карточек. Так, это что у нас такое? Раз, два, три, четыре, пять для карточек. Здесь одно есть. И здесь еще раз, два, три, четыре. Для карточек. Такой вот кошелечек. Кому надо, заказывайте. Ссылочку оставлю в описании.